Чё тебе надо? А это кому был адресован? Тату. Опять вас, опять тебя кот домогается? Да. Но он хочет с тобой походу не копару пройти. А, он не того пола. Ну, Сань, не знаю как ты, но я поехал. Что здесь происходит? Оно стоит. Что? We don't know what's waiting in that forest. Возрождение ограничено. Ну, если последний страж вышел, уже сдохнуть успели. Возрождение ограничено. Вы последний страж. Приехали. Решил мне окончательно патроны потратить. Кто, я? Да. В смысле, что? Ты просто встал передо мной. Да? Я не вставал. Меня задел танк. Заметил. Восстановите мне меня. Тяжелых патронов нету. А так бы танка бы не было. Ладно, раз таки застреляй его пистолетиком. Его нету. Просил убрать танк, я убрал. Да. Я не сколько просил, сколько. Я просил патроны для моей ракеты. Ну прикол этих варлоков в том, что. Танк? Какой танк? Вот еще один танк, работай, варвак. Извиняй, говори всем. Я так понимаю, у варвака выходной. And I'm sure it was uphill both ways to the lake where you lost your arm. We waste my time with a vapid joke, but yes, paradoxically, it was. Я вообще не понял, о чем они там. А мы опять в древе вероятности, если ты помнишь, где это. Допустим. Ну и где? Вы над самое дно спустились, ну ты с нами приехал. Как мне подсказать, что нам туда? Дайте патроны. Сложный челлендж был, короче. Да реально. Блин, потолок мешает. В каком плане? Так, когда прыгаешь. Головой бьешься. Вон там кто-то сдох. Нет, звук крика. Я почти. Упс. Чё, простите? А, блин. Он запустился прямо на мне. Вот так вот. Я это видел, кстати. Я же говорю, там... я немного поспешил. Эй. А, блять, ещё один. А нахрен мне вообще нужны? А вот чё, блядь, походи! Реально плохо. Ёбаные тайминги. Законы физики? Какие законы физики? Обычно это должна говорить Pinkie Pie. Не, здесь просто прикол в том, что... Принципиально у меня... Принципиально у тебя... жопа. Так, это где-то тут. Я уже включил, пока ты искал. Вот смотри, а, видишь, кстати, видишь компик, его надо включить. О, ты уже разукрасил оружие? А, на самом деле нужно было просто псионика вырубить. Танк убивать было не обязательно. Да? Он сам сдох, я вообще ни при чем тут, алло. Ну, я чуваком выбил дверь. Бывает. Алкан. Взять алкан. Алкан не забудь забрать. Я взял, блядь. Раньше тебя притом. I
Да, угадай, здесь был телепорт. Не, эта зараза пробегает мимо. Так, мы под защитным полем. Да. Конечно, он не будет пробегать мимо. Да, угадаю, за ним мы последовать не успеваем. Охуенный звук. А ты что такое? Да я там одно уже взломал, внизу. О, тут есть куб. А, ну нужно было 4 взломать, я 3 взломал, чтобы открыть портал дальнейший. According to my projections, you should now be approaching the lake of radiolarian fluid where I was afflicted. Так, этот куб пойдет с нами. Почему так бездарно патроны тратить? Да, все равно это автоматный. Рух до хренища. А, ну да, если я сдохну, знаете, не пройдите в яму. Окей. Ты сдох? Да, вроде нет. Аккуратно приземлился. Sure. Ладно. Убили? Что ты творишь? Блин, ну... Ты его голова делась, Макс, что ты с головой сделал? Раздумал, чё там. Ну и как мне его дамагать по голове, когда ее нету? Убийца в ближнем бою. 3-2-1. Блин, мне вообще нравится. 1-2-3-4-5-6. О, нормально, фигли. Серьезно? Он еще и почти ушел. Активировал купол. Нравится золотые купола. Душу мою радует. Ну все, понятно. Тут, короче, нужно молиться. Дабы Господь и Бога нам помог. Да не, мне кажется, нужно молотил просто. Прикрой этого придурка нашего. Корабль нужно вынести. Уже. Тогда. Я его расстрелял с пистолетика. Когда у тебя пистолетик выносит целый корабль. Вот и лоха. Бля, куда я? Блять. Где этот хрен? О, вот он. Что происходит? Алло. Почти. Есть. Ну я его по красоте добил, короче. Ага, быстро добился. Чувак только сейчас вспомнил про свою способность. Мудак. Да и вздохи. Активирована передозировка ХП. О, вовремя. Прилетел кому-то ножик. Ой, а чё за долбоёб? Ну он случайно сдох. Ебать, он долбоёб. Да не, ему помогли. Ему помогли быть долбоёбом? Сдохнуть. Как долбоёб. О, чест армор. Чест армор. О. Вот это выглядит прикольно. Вот теперь выглядит прикольно. Смотри, как мне выглядит. Смотри, бля. Ты видишь, какой костюм выглядит, бля? Нет, там. Ты чё? Посмотри на моё. Не, меня ключ. Просто секс. Так. Быстрое перемещение. Время не ждет, топь. Не, ну можно как бы. Куда быстрое перемещение надо тебе? В смысле? Вот тебе быстрое перемещение. А ну подожди, я к тебе сесть могу? Нет, я не могу. Но я тебя могу. А что это означает? Но я тебя могу толкать, смотри. Да их. Как бы мне хп наносит урона. Че, много?
Достаточно. Подожди, я пытаюсь понять, где этот чувак находится. Рэп. О, пещерка. Дай мне загрузиться спокойно. А? Я ж тебе написал, типа, у меня дело в том, что как бы у меня ноутбук, и в нем не так много места. А можно играть, сейчас... если не на ноутбуке? Ну, я видел такого человека. И вы сейчас еще с одним разговариваете в скайпе. Вот. В скайпе, да? В скайпе. Правда, он на шифтап открывается. Короче, у меня просто сейчас в памяти компа лежит Rainbow Six Siege и Ведьмак. О, у кого-то есть Rainbow Six Siege? Да. У Макса нету. Нам нашли друг друга. Съеблан. Суки. Съеблан. Плюсую. Суки. Поэтому Destiny у меня установлена на домашний сервер, который поднял мой брат. Ты хочешь сказать, что ты поднял терминал? Миша поднял терминал. Ты серьезно? Отдельно. Ты серьезно? Лишний один я сервер подымаю. Сева, у тебя сервер, а это терминал. Не-не-не-не, стоп. Я не настолько шарю, чтобы сказать сервер или терминал. Не, чтобы ты понимал, сервер не имеет ресурсов в плане того, чтобы их предоставлять другому компу. Терминал удаленный ком. Это херовина, это просто файловая система. Ну, в принципе, если я в комп захожу в удаленный рабочий стол, это сервер или терминал? Нет, это сервер еще. Здесь прикол в другом, он запустит. Это просто файловая система. Нам нужно положить что-то, чтобы оно лежало. Все. Больше оно ничего не делает. В принципе, это FTP-сервер, я так понял. Я не уверен, что это вообще было хорошее. Устанавливаю. Я просто, короче, добавил в Steam Library еще одну папку, которая, чтобы она адресовалась туда. И теперь очень долго загружаюсь в Destiny. Ну что я могу сказать? Вы мазохи, бай. Роняйте хал. Аккуратнее. Сева, зачем я за тобой бегу? Я не знаю. Я-то бегу, мне с ним поговорить надо. А это зачем? Просто так. Я думал, что если я нажму G взаимодействовать, то я тебя могу пнуть, а не получилось. Ты так сделал. Я могу за место гранат летать намного дольше и намного выше. В принципе, неудивительно. Максим и летать. Ну, как еще иначе? Не, мне все-таки нравится больше заставлять противника взрываться. Взрываться его пердак. Чувак, я иду к тебе. Ну вот, взял и убил. Я хотел, чтобы его красиво убить, а ты... Так я его красиво убил. Не, не знаю, что такое красиво убил. Красиво убить — это в голову выстрелить. Не-ха. Да, я это сделал. Шо мне на мозгу так плохо? Попробуй сейчас. Ребят, вы пока вперед проскакиваете. Ребята, вы там не сдохли? Нет. Жаль. Первые препятствия обманывают жестче остальных. Привет. И то. Первый. Возроди и узнаешь. Значит, это ты. Ловушка Гейгера. Ловушка Гея. Блин. Смея серепо. Да, воткнула кнопку Ctrl. Я ее зажал, она из-за того заходила. Она отжалась. Это все механическая клавиатура. Не, кабель просто попал. Зарядки. И она как бы вроде как нажалась, но нужно было давить, чтобы... Она считала нажатой себя. Ну да, в этом мире все работает так. Либо ты давишь, либо давит тебя. Вы что, умерли? Я забыл. Называется. Где ты стоит? Зай, спасибо. ХБшный ну. Как? А вот так вот. Сделать. Вот так. Блин, обоих убили. Я даже не знаю, кто это сделал. Дайте мне зелененький патрончик. Дай.
и мне окули какие-то. А, патроны закончились, я думаю, ничего, я не могу стрелять. Зато тяжелые ножки. Да их, Саня. Да я тебе помню, что здесь было. Раз, два, три, четыре. Раздвигай, ноги шори. I have not spoken to you since the accident, nor have they spoken to me, and so we prove the resilience of camaraderie. Сука, тайминги. Guardian down. Блин. Это был Саня. Да я в него просто вошел. А чего вы все за баб играете? Мы играем за сильный и независимый пол. А шо, прогрессивный или шо? Патроны, подобрал, складываем. Короче, не собрали, конец. Уже совсем сдохнут, вы уже все. Ах. Как полетело? Влетание гранат. Это мое, иногда. Вы там вылезли? Я прошел сквозь слайдер, нормально. Нет, я один. Что такое? Короче, мы прошли флюорографию. Есть? Ребят, помогите мачкануть эту фигню. Какую я именно? Уже... Вон она! Уходит от моего трупа. А где твой труп? И вы успешно вокруг нее прыгаете. Имя ей фрагмент розы. Меня убивает After Effects. Меня как раз розыск и добили. Розыск. Вот он стоит возле моего Линкс. Просто мы за него получим дополнительный этот. Если вам не нужно, все, он свалит. А этот Минотавр, что ли? Да, Минотавр с рогами. С рогами. Это уникальный персонаж, короче. Блять, ну кто тут встал? Саня, бля. Пролетели. Вверх, вверх. Попадали. Some kind of interdimensional... Ну и дыра. Заеваем. Череп. А, нет, он все-таки активировался. Он включил фаервол. Кстати, ты правильно назвал эту хрень. Она реально называется фаервол. Блять, я ж пошутил называть. Когда в шутке доля шутки. Они реально или назвали фаервол? Это не фаервол. Типа в игре эта стена названа фаервол? Да. Блять, битва экстрасенсов, 8 сезон. Экстрасенсов. И их тоже. Ай, грёбаный. Грёбаная дырка. Не умри. Пока. Офигеть. И чё вы не сказали, что Сева тоже сдох? Не умри, не умри. Я думал, он жив. Я сказал, грёбаная дырка. Грёбаная дырка, означает, что я упал. Как я говорю, я считал, что Сева жив. Я уже точно не жив во всех смыслах. Я сдох. Прямо под ним. Я упал. Серьёзно. Все очень плохо. Я прекрасен. Ну и где эти гады? Пойду искать. Ну и хули я сюда пришел. Пиздец, блядь, зарезал его там своими огненными, блядь, рассекателями. Да нормально. Да я, блядь, нацелился, он сдох уже. Чё за хуйня? Чё он как лох, блядь? Блядь, чё я тут делаю?
The confluxes there should work. Понятно. Я понял, для чего это та хрень была. Оттуда мы должны были выйти. Не, просто иди сюда. Знаю. Не, иди сюда, я тебе объясню, в чем был прикол. Куда ты убежал, иди сюда. Да. Ну тупой, короче. Не дал мне объяснить. Мем. Вот там глазик вылез. Где? С корабля посередине где-то. А, или ты уговорил его уже? Какой глазик? Ну там был глазик. И чё я по головам сегодня только стреляю? Готов? Да. А знаешь, чему ты должен быть готовым? Что? Мы сейчас будем вздыхать. Я думал, что-то более интересное ты предложишь. Какой-то статуй. О, здорово. Кемперишь? Ты, блядь, долго ржёт. Кот ужасик. Мне просто весело было. Я врезался в кого-то. Это кто? Это что-то злое. Нет, кто даун? Давай бодаться. Я уже. Макс. Блин, две рыбки просто в аквариуме целуются. Призрачный уголовник. Блять, пропасть, да ёбаный! Да, я знаю. Заебись начало называется. Просто пошел, блять, и упал. Просто утром, блять. Просто утром. Называется, когда хочешь, когда тебе нужно проснуться и идти куда-то, а ты, блять, лег спать дальше. Блять, то сундуком кидается, вы чё, конченые, не пойму. А что, так можно было, что ли? Таня, я тебя вижу. И чё? Я предъявил. А я предъявил. Посмотри наверх. Ну, где? А. Привет. Блять, пропасть, да ёб! Нельзя же так. Я чуть не понял. Лекция. Нет. Чё? Это нормально, что он мне до стены вылетел? В смысле? Куда он тебя вылетел? Непонятно куда. Я так собрался его потопить, и у него до стены вылетел. Всем спасибо за просмотр данного художественного монтажа. Если вам данное творение понравилось или, возможно, даже подняло настроение, значит, разрешите отжать у вас лайкосос. Ну и поделитесь им с друзьями, если вам не понравилось. Если хотите больше такой бесовщины, то подписывайтесь там с колоколом на пару. Ну и это еще увидимся. You're my